А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Алекс Стор. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в Euro Truck Simulator 2 и бороздить просторы Европы. Итак, мы находимся в Италии и едем из Палермо в Ольбия. Как-то так. Мы будем проезжать через Кальяри. Я думаю, что мы, наверное, попремся вот этой дорожкой для разнообразия. Потому что тут мы катались, а тут на участок трассы смысла не вижу. База. Прикольная дорожка. Так, короче. У нас просто тут все открыто. Все города открыты. Ну, тут Германия, конечно же, нет. Там и другие страны. Но в целом достаточно много городов мы посетили с вами. Так, а где вот выезд? Карагатряс. Поехали. Да, фиг старенький. Слушайте, нам что-то прям везет последнее время на старую технику. Прям капец, как везет на нее. Так, а куда ехать? Прямо. Поехали. Так, ну... По карте надо чекнуть, мы проезжали здесь или нет. Нет. Ну ладно, проедемся тогда налево. Хотя можно было сейчас сразу налево поехать. Ну ладно, уже по дворам прокатимся. Ну да как-то, надо же все дороги открывать. Здесь, кстати, есть ачивка за все открытые дороги. Я не знаю, как она работает, но могу подозревать, что она работает как в этом. Как в Test Drive Unlimited 1. Ну, во втором не помню просто, есть такое или нет, скорее всего есть. Типа, что ты открываешь дороги, там, я не знаю, ну, процентов 95, и остальные 5% тебе добавляются как раз на всякие вот такие вот тупички там мелкие, которые ты там не заехал, потому что, ну, смысла нет. Километра, но там у нас по морю дофига будет. Так у нас по суше километров 300 суммарно. Знаков столько, капец. Ну, кстати, это хорошо, что 30 висит. Арматура вряд ли у нас опрокинется. Да? Нет? Фиг знает. На центр тяжести вроде бы снизу. Ух ты, ёп. А, это дорожное происшествие. Я смотрю, думаю, какого хрена происходит. Надеюсь, никого тут не будет? Не, отлично. Так, стопэ. А куда мы плывем? Кальяри. А дальше куда? В этот, что ли? В Испанию? О, прикол. Что-то я раньше не обращал внимания. Так, в Кальяри нам нужно. Пробег 850 на 1000. Охренеть. Поплыли. Проход вот этот. Как вагоны, сваренные между собой. 778 тысяч, ты представляешь, какие деньги? Ну-ка. Так, грузовики. Скания Эрка. Эска. Ага, так. Автосалон. Скания. Ёпты. Онлайн. Так, у нас это и это. Знаешь, мы возьмем дальше Normal Roof. Эрка. Купить. Так, только не знаю, куда их отправлять. Сейчас все гаражи будем чекать. В идеале, наверное, все гаражи покупать в одном месте, чтобы потом не путаться. Среди них какие свободные, какие нет. То у нас тут какая-то жесть. С этими гаражами. Каждый раз приходится... А, в Осло. Ой, в Осло, в Норвегии. Точно. Точно, точно, точно. Но эти все по-любому заполнены. Думаю, прям нет смысла проверять. Так, Норвегия, окей. Купить.
Спасибо. Блин, почему каждый раз мне нужно камеру дрыгать? Почему она не сохранится на той позиции, где я смотрел? Там нужно тупо телепортироваться в гараж и потом, чтобы так не двигать карту постоянно. Тогда будет нормально. Окей, так. Есть. 190 тысяч осталось. Кадровое агентство. Нанять водителя. Марьян. А глаза-то хапали у него. Так. Есть. Эрнеш. По-моему, мы с такой рожей уже нанимали. Ирена. Ну что, родственники, что ли? Ого. Хамхрей какой-то. Думаю, можно взять. Томас. Так, окей. Все? Все, все, все. Так, машины работают, а мы едем дальше. Классненько. Что у нас фары не включены? А, включены. Блин, какого хрена я делаю? Так, дальнее вырубаем. Дворники. Ну что, дворники не работают? Со второго раза только включились. Так, что дальше? А, и вот эту. А, кстати, эту настройку я, по-моему, даже и не клацал. Я, походу, забил на нее. Средний расход. Топливо. Подожди, а мы туда уже поехали? Или мы уже не туда поперлись? Не, все классно. Турбина. Скорость нам не нужна. Да фиг их знает, пусть расход висит. Так. А время-то ночное, кстати. Что у нас вообще по прибытию? 6 штук евро и... 13.50 прибытия. 13.50 прибытия. А у нас сейчас... Слушайте, поехали поспим разок. А есть где по пути поспать? Во, есть. В гараж не поеду, потому что там как-то по-кривому спишь. А сейчас вот тут поспим где-то на заправке. У нас, в принципе, есть время на один сон, и нам не придется ехать ночью и под дождем. Идеально. Правда, 3 часа ночи плюс 9, это сколько? 12? А, ну хватает времени. Времени хватает. Так, позакладываем. Но главное, что идем вперед графика. Если по трассам ехать, то еще быстрее можно было. Потому что по расстоянию у нас что выходит? 287 километров. Если по трассе, там вообще фигня, наверное. 257. Это с учетом того, что прямо и развернуться. То есть мы сами себе уже накинули расстояние приличное. Блин, там камни везде, тут трафик. Там сейчас светофор будет, наверное, скорее всего. Потому что я даже не представляю, что там должно быть, чтобы с такой трассы был перекресток. Да. Тормоза во время дождя ни хрена не пашут. Так, где-то вот здесь. Типа можно? Отлично. Вы видите цветные сны. Дворники. Четверг. Ну, 14.00, можно сказать, время прибытия. У нас сейчас 12.00. Нормально, мы успеваем прям четенько. Даже с учетом того, что поедем вот по этой дороге.
Ну, тут какая-то стыковочка произошла. Как обычно. У нас уже 302 тысячи. Нам нужно еще сколько? 600? 700 тысяч? Суммарно. 1300 тысяч сверху, и мы снова можем купить 5 машин и нанять 5 водил. А вес какой у нас? 24 тонны. Неплохо по весу. Непонятно, справа и мусор, и камни валяются, или это только мусор? Нормально проскочили. Так, 230 километров осталось. Нормально. Шикарно то, что дождя еще нет. Устойчивость, конечно, не супер, но летим нормально. Летим прям нормально. Колеса же воздух поднимаются. Да, можно завалить на изи просто. Просто на изи. Ну, кстати, дорога-то нормальная. Тупо прямик. Валишь себе и валишь. Простите, извините. Да, дорога достаточно извилистая. Здесь скорость вряд ли мы сможем поддерживать. Нифига себе. Еле ползу. 30 км в час. Ограничение полтинник. Как тут полтинник-то ехать? На таких поворотах. Надеюсь, потом спуск будет с этих горочек. Ну, подъем приличный. Мы хотя бы 45 держимся. Это уже неплохо. Ого, штуку 200 кто-то потратил. Ой, ёп. На. Я уже решил не тормозить, чтобы скорость не потерять. Ты куда ты нафиг лезешь? Прикалываешься, что ли? Еще раз, еще раз. Нормально. 1%. Фигня. Ни о чем не говорит. Канат. 3300. 25 км в час. Фига себе угол подъема. Фурика аж трусит. Так, вроде разгон пошел немножко. Но по-любому должен быть спуск. База, конечно, или город не в горах где-то.
Вот другое дело. Ну, кстати, уже 70 даже светится. А сейчас по-любому будет спуск. А вон дорогу видно. Мост. Фиг знает где. Странно, что здесь нет точки обзора. Поворот такой прям резкий. Ух ты, блин. Думал, не остановлюсь. Сейчас будет скример. Ох. Чуть мозги не вылетели. Странный мост. Типа там резкий поворот налево, и сейчас нам снова сворачивать направо. Прямо нам ехать нельзя, тут какое-то дерьмо рассыпано. Сан Прямо. А, Приано. Прямо, говорю. Тоннель. Вон слева еще откуда-то все едут. Ну, такой съезд, знаете, будто на трассу, на какую-то вот широкую. Ленард, штука 800. Только хотел сказать, а поворотники-то никуда не горят. Он никуда не повернул. Кар деду. Машина деду. Блин, и снова подъем. Я думал, у нас спуски будут нормальные, а там спуска-то толком и не было даже. Ну, кстати, осталось ехать 127 километров. Уже 126. Виноградники? А, нет. Не виноградники, какие-то, может, оливки, фиг его знает, что там растет. Так, выезжаем из Кардеду. Какие-то как камыши какие-то. Мусор справа валяется. Такой, кстати, если во время обгона налететь, будет круто. Прицеп Скания, машина Рено. Интересненько. Мы все равно вперед времени едем, так что нормально. Главное сильно круто рулем не поворачивать. На горе вышка какая-то. Франк, 2,5. Закрытые. Где-то мы похожие видели. Только не помню где. Но вот прям картина была один в один. С такими тоннелями сбоку. Надеюсь, там никого не будет. Thank you.
А что, прямо? А, база. Окей. А, ну дальше по трассе сейчас. Тогда вообще легко. И копы сразу. Направо. Ольбия. У нас уже почти 350 тысяч на счету. Сейчас дадим, по-любому будет 350 косарей. И останется еще столько же. Какие-то снова вышки непонятные. О, мороженка. Так, тут, я думаю, нам стоит сбавить ход немножко. Иначе приляжем отдохнуть. От зараза. Как-то не вовремя. Встречка. Бухта какая-то. Тут тоже. Так, нам пока что прямо. А, там кольцо. И нам сейчас сворачивать не нужно. Давай, автобусик, быстрее пока. Зараза. Мог проехать. Он тупить начал. Ты что, остановился вообще? Два километра, 5 минут. Надеюсь, переезд не закроется. Блин, мусор валяется. Так можно и въехать в него случайно. Каргатряс, наша база. Пропустить. Идеально, отлично. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну, с вами был Алекс, и всем пока-пока.